Отцу того, что вам грозит вечером. Исследования показали, что окна домов, где нет конфет, на 55% чаще бывают измазанные зубной пастой. Купите конфеты от моей школы Вестбрук, это вас выручит. Хорошая школа. Меня оттуда вытурили. Так, что ты хочешь? Хочу поскорее пробить себе дорогу в светлое будущее. Хочешь светлое будущее? Увидишь парня с татуировкой, дай ему совет, куда пойти, а не номер своего телефона. Благодарю. Обязательно приму это к сведению. Но вы дослушайте. Стены, окна и двери, и даже дворик. Я уверяю, если вы не откупитесь, все вам испачкают. Детка, не старайся. Я здесь не живу. Бэби-ситер? Угу. Ладно, тогда проще. Может, хозяева оставили тебе $40 на непредвиденные траты? Возможно, только 30. Можешь дать мне 20, я выпишу чек на 30, тебе 10. Умно. И добавишь 2 пакета орешков в шоколаде. 1 пакет. И накину чипсы. Талантище.